Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться классным рецептом эликсира молодости. После того, как вы это сделаете и будете принимать вовнутрь, вы омолодитесь, будете всегда здоровы, почистите свой организм и будете себя чувствовать очень-очень хорошо. Я сейчас приготовила все, что мне понадобится для эликсира молодости. Нам нужен будет мед, 100% хороший мед, чеснок и лимон. Лимон берем с кожурой. И он нужен будет нам без косточек. Я лимон буду измельчать в блендере. Поэтому вот так вот лимон я разрезала на вот такие вот части небольшие. Если попадаются косточки, эти косточки надо тоже убрать все. Вот таким образом все я тут убираю и добавляю в блендер. Вот у меня здесь один лимон получается. Ну такой вот он. Не такой уже он и большой, но средний, хороший очень. Вот, положила все сюда. А потом я беру чеснок. Чеснок надо брать свой, вот, который вы выращиваете. Или на рынке вы должны чеснок купить, но не китайский. Потому что в китайском чесноке там не понять что. Там может быть и лекарства внутри положены. Поэтому все-таки лучше на рынке купить у бабушек. Если вы сами не выращиваете, лучше купить такой домашний чеснок. Вот я сейчас вот это вот, у меня такой крупный он. Я всю головку почищу и в блендер вот так вот разрежу пополам, да, и сюда же в блендер помещу. Видите, какой он у меня такой крупный, хороший. Вот туда все надо поместить. Сейчас я все сделала, добавила в блендер чеснок, лимон. Вот так у меня все, видите как? И теперь блендером все измельчу. Вот так измельчила. Так получилось все. Беру банку, банка должна быть чистая. В банку выливаю мед. Теперь выливаю все, что я вот это вот все накрошила сюда. Смесь добавляю все. Хорошо все перемешиваю. Закрываю банку крышкой. Сюда можно добавить льняное масло, ну где-то 2-3 столовых ложки. Можно не добавлять, это не обязательно. Поставлю в темное место, в шкаф. И 5 дней не буду процеживать, вот так вот буду ее держать 5 дней. Вот эту баночку я буду держать 5 дней, чтобы лимон, чеснок, мед там хорошо настоялись. Как принимать? Принимаем утром на голодный желудок. Если добавите масло, то желудок не будет раздражать. А потом возьмите чайную ложку вот этой вот смеси и медленно, смакуя во рту, как бы как вот конфетку. Вы не прожевывая сильно, а медленно смактуйте во рту и проглатывайте. Запаха чеснока нет, лимон его нейтрализует. Перед завтраком вы вот это вот сделали. Приняли ложечку, рассмактовали, там во рту как конфетку подержали, смактуете во рту медленно-медленно это все. Через час можно завтракать. Время завтрака с 7 утра, потому что все полезные вещества усваиваются именно в это время. Надо принимать утром на голодный желудок. Это можно не применять, можно сделать себе передых, а потом, когда начинается осень и зима, вот каждый день вот такой эликсир делайте. Чувствовать будете очень хорошо, будете свежи, бодры, у вас будет всегда заряд энергии, организм ваш прочистится, все, что там не нужно, уберет вот именно этот эликсир. Попробуйте, и я думаю, что вы оцените вот этот рецепт. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, будут новые рецепты, всем хорошего настроения, будьте здоровы. Увидимся в следующих видео. Thank you.